Дамы и господа, здравствуйте, с вами Варлок. И сегодня мы играем в Пеглина. Играем по полной программе и выигрываем. Выигрываем, конечно же, по-другому даже быть не может. Никогда не проигрывали в Пеглине, и сегодня начинать не собираемся. Так что давайте, новая игра. Слушай, ну за Круглодина я не хочу играть. Я его уже боюсь. Он страшный. Шарантюрист выиграл. Он прошел 15-е возвышение, самый первый. Молодец, мы его поздравляем. Что теперь? Давай, инженер, круглумник. Самый умный, самый красивый, самый в очках, в белом халате. Смотри, как нарядился. Должен выиграть. Так. Хороший старт. Хороший старт. Давай ставку. Казино открывается. Пройдем ли босса? Ну и я думаю, будем начинать с пороха. Хотя когти на самом деле интересная игра, интересная штука для начала игры. Потому что у инженер строится через крит урон, у него большой бонус к критическому урону по умолчанию. Но я думаю, надо порох брать. Порох так офигенен. Поначалу прямо очень хорош. Красная команда. Надо идти ва-банк. Смотри. Карта просто отличная. Элитка на второй клетке. Не на третьей, не на четвертой. На второй клетке элитка. Ох, так. Ну сейчас будем думать. Обязательно нужно 25 золота выбивать. Обязательно 25 золота, иначе мы не купим шарик никакой. О, есть ли шанс завалить элитку на второй клетке? Да. Ну какой ценой, да? Возможно, ценой всего. Надо думать, бомбочки. Ну вот если 25 золота сейчас соберем. Смотри, я специально уклоняюсь и бомбочки не взрываю. Если 25 золота соберем, а мы уже собираем, потому что вот, пожалуйста, все. 25 золота у нас есть, мы молодцы. Красавцы. Очень хорошо, 30 даже. Хороший шарик. Уравновешаренность. Запоминает направление выстрела. Следующий шар выстрелит мультишар в этом направлении с силой 1. В теории неплохо. Двуликий шар пока не работает. Непоколебимый мяч дает нам слизь двойного урона. Что будет очень хорошо на цветках и минотавре. Давай еще раз карту смотреть. Ну, элитка прям просится в руки. Ну, вот просится, потому что мы вот так вот пойдем, потом здесь еще заберем сундуки. Потом можно еще одну элитку, еще один сундук. Или что, или струсить и не пойти? Не знаю. Пришел на YouTube, ибо Twitch руина. Что, Twitch лагать начал? Что ли? Ну-ка, дайте посмотрю. Не, вроде все работает. Вроде работает. Так, не пугайте меня, ребят. Уравновешаренность — это имба с мультишаром. Говорите имба. Я страницу перезагрузил, и Twitch лег. О, ну это проблема Twitch'а. Да, я понял. Twitch в последнее время ложится периодически, да. Это не у нас лагает. Ну что тогда, возьмем мультишар и попробуем мультишаром. Давайте попробуем. Уравновешенный с жижаром. Типа, в теории берем его, берем жижар и побеждаем. Слизь плохо на минотавре, рога ломает. А у нас не минотавр. А у нас будет вот этот парень. Это реально. Это реально, но нам нужно запускать только самые лучшие шары. Например, выпускайте же жара. Так, 69 урона. Найс. Так. И вот у нас уравновешаренность. Уравновешаренность будет не самая крутая, но... Лошарик хороший, на самом деле, за умника, да. Если мы сейчас бомбочки бахнем,
Они нам набьют много урона. Смотри. Так. Нужно подумать, куда эту уровневую шаренность бросать. В центр? В центр какой-то бесполезный бросок получается. Что если мы сейчас... Ну-ка, я думаю. Смотри, мы можем его вот в центр бесполезно направлять, да? Толку. 30 справа. Может, направо сейчас забросить? Не, сейчас надо бомбы взрывать. Давай сейчас пока бомбы взрывать. Даже так. Вот это подстава, конечно, то, что бомбу не взорвали. Но вот сейчас точно надо бомбу взрывать, и тут уж как пойдет. Или сделать мега-комбу. Бросок сюда, а следующий бросок в центр и направо. Смотри, так. И теперь... У нас вот так два броска будет. И мы сейчас, может быть, все три бомбы бахнем. Ну или одну. Или одну. Блин. Неудачно. Что-то пошло не так. Ох, сейчас мы урона словим. Так. Давай бомбочки. Ну, хотя бы одну. И не открыли доступ к этой бомбе. Так, давай тогда сейчас вот так. Смотри. Что-то полный провал. Что-то у нас полный провал, ребят. Так. Так много урона. Ну, сейчас весь в молоко пойдет. И Эрку, кстати, нам не выбить будет. Выбить, но не тогда, когда нужно. Выбили. Только не тогда, когда она нужна была. Но мы буквально вот все сыграли не так, как нам было нужно. Все броски были просто худшие, какие могли быть. Ни одного правильного броска. Я думаю, это смерть. Да, там 21 урона. Третью бомбочку так и не достали ни разу. Видишь, просто он доджит все, что нужно. Все криты задоджили, все эрки. Не, эрки выбивали только тогда, когда они были не нужны. И да, бомбочки вообще полдня выбивали. Типичный пеглин, ну да. Но мы вряд ли 172 урона камнем нанесем, да? Пеглин. Начать прогноз, пройдем ли босса. Давай еще раз. Сейчас пройдем. Проща. Блин, прощу брать за... За круглумника невыгодно. Не, она дает сильный старт, но не настолько хороший. А знаешь, что хорошо? Неподъемный меч очень хорош на элитках. При обновлении стола наносит выбранному врагу столько урона, сколько штырей было восстановлено. Вот эта штука даст очень сильный старт тоже. Не лучше, чем... Не хуже прощи. Вот я говорю. Вот сейчас бы зарешал он. Сейчас бы мы босса снесли без проблем. Нерфы продолжатся, пока мораль игроков не исправится. Стартовая колода слишком сильна, раз с ней идут на элитку во второй бой. Разработчики Пеглина идут. А, говорят, слишком сильна. Но это как... Да не будем повышать зарплату. А что, работники ж ходят на работу? Да, ходят. Ну, пешком ходят, потому что у них денег на проезд нету. Но они же ходят. Значит, не надо повышать зарплату. Такая же логика, да? Понимаю, да.
Молодцы разработчики, все по канонам делают. Практически. Угу. Ну вот. Заставить работников платить за то, что ходят. Ну, видимо, да. Видимо, да. Бесплатно работают. Вообще оборзели. О, шапка. Так, 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 так. Слушай, шапка хорошо. Шапка накладывает один яда, но с критом она накладывает два дополнительного яда. И у шапка апгрейдится прям офигенно. Потом 3 яда, потом 5 яда. И с критом она будет 7 яда накладывать. Шапка очень хороша. И она 3-5. А, мне идут 3-5. Да. Слушай, берем. Шапка прям вообще офигенно. Пойдем сюда, а потом вот здесь на элитку. Да, и в конце у нас будет магазин. Путь очень хороший, в этот раз элитки не будет. Шапка крота побеждает классно. Вообще без проблем. Шапка — это шарантюрист, мы за круглумника играем. Шапка — это для всех. Каждому по шапке, от каждого по не шапке. Так, нам сейчас нужно 25 золота набрать, чтобы шапку улучшить. На карте второй сундук справа снизу. Ну да, вот здесь. Мы сможем все собрать. Все собираем, получается. Так, надо монетки. Не упусти матрешку релик, будешь жалеть. Матрешку, которая босс релик. Ну, не знаю, буду ли жалеть. Что-то мы недавно ее вроде снова брали, и толку никакого не было. Она только вредит. Молния. Перемешар. В комментариях на ютубе мне говорят, что перемешар очень хорош. Прям говорят, очень-очень хорош. Качество видео не очень. Точно? Где? Все нормально. Надо переставить просто. Перемешар хорош с реликами. Окей, с реликами. Ну давай не будем тогда брать. Я думаю, надо шапку улучшить. Шапка на втором и на третьем уровне прям начинает всех побеждать. Без вопросов. Матрешка имба, потому что эффекты шариков работают 2 раза? Не. Не работают. Опа, куриная ножка. 25 максимального здоровья. Хорошо. Веглин будет сытый. Небольшой. Это хорошо. Это очень-очень классно в начале игры. Что и лечилки все улучшить. Молния. Окей. Мы возьмем молнию обязательно. Обязательно берем молнию. Первого уровня. Ну, все равно. Бесплатно пойдет. За круглумника. За круглумника. Очень-очень хорошо молния играет. Бандана. На столе появляется дополнительная эрка. О! Кстати, эрка. Неподъемный меч. Эрка. Круто? По-моему, круто. Поехали сюда. Батина настойка и вин? Кстати, да. Батина настойка стала внезапно очень-очень хорошей для нас. И это поможет с мечом. Неподъемный меч-то тоже очень крут.
Теперь он будет чаще активироваться. Угу. Так, давай шапку. Шапка. Только одного врага бьет, да? Она вроде по вертикали не бьет. Давай проверим. Не помню я. Да, только одного по вертикали не бьет. Да, посылочку от Витька пришла. Давай молнию, наверное, на тебя. О, молния красавица. Просто красавица. А, слушай, надо, да, расчистить путь. Нам налево. А, ну все правильно, налево у нас уже расчищено. Все хорошо, налево мы уже прошли. Теперь просто монеты собираем. Ну или не собираем. Насторожар второго уровня. Следующий использованный шар атакует всех врагов. Опа. Шапка. Молния. Жижар тоже. Слушай, берем. Тут, конечно, деталь крита летит. Летит. Лежит пока еще. Еще не летит. Но потом полетит во врагов. В Стиме вышла игра про Эмошей Ротопия. Да, мы вчера играли. Детали долго собирать. Наверное, лучше насторожар взять, да? А на третьем уровне можно будет его еще и скипать. После сброса. Следующий шар будет атаковать всех врагов. Слушай, а вот и наш Масурон. Берем. Короче, это будет наш Масурон. Все. По-моему, отлично. Ну а детали действительно соберем, не соберем, еще непонятно. Месть. Так, у нас есть насторожар, а потом сразу же жар. Ну давай, жаль, что шапку на самого слизня не получится бросить, но... Ладно. Так, давай бомбочки попробуем подрубить молнией сразу. О, совсем другое дело. Совсем другое дело. Красота. Так, теперь шапку бы на следующий ход. Ну, не будем жаловаться, да? Нормально. 130 урона, 150, 170 урона шапкой. Ну ты, шапка, блин, даешь. Так, попробую все-таки, наверное, бомбочки, да? Хотя, ну да, тут стол сейчас будет обновляться. Надо нацелить. А, я провтыкал, надо было меч на босса нацелить. Это я смисплеил. Так, все, меч на босса. Теперь пошел на сторожар. И следующим броском будет же жар. Надо обновлять стол тогда. И жижар с масс-уроном. Выпускайте жижара. Критануть бы. А, кстати, мы можем критануть, но там штырей вообще нет. Лучше, наверное, направо его бросить. Что-то выпустили какого-то плохого жижара. Некачественного жижара выпустили. Так, тут пропускаем. Теперь давай вот так. Надеемся на бомбочку. Бомбочки нет. Зато есть эрка. Смотри, только мечом мы снесли уже боссу половину хп. Больше даже. Давай вот так. Эрку подрубать было бессмысленно. Эх. Так. Подожди. Сейчас можно сделать жижар. Но мы, наверное, не... если я переведу сюда прицел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. 18, 19, 20, 24. Не убьет. Ах.
Значит, давай бросать лошарик вот сюда. Ладно. Нам нужно, чтобы он 25 урона набил. 25 есть. Все, хорошо. А теперь мы выпускаем Жижара. И мы его вот сюда в центр выпускаем. Там крит не факт, что выбьем. А мы его сейчас в центр выпустим. И он, наверное, эрку включит. Мог бы включить. Мог бы. 163 жизни. Окей. Нам сейчас главное эрку. Эрка нужна как воздух. Так. Окей, теперь тебя. Дамас урон нам не нужен. Может тебя не бросать? Не, надо бросать. В бомбу бросил? Окей. Ладно. Есть. Все, прошли. Хорошо, сделали. Молодцы. Молодцы. 64 жизни, это нормально. 45 золота. Пока лечиться не будем. Давай. Слушай, на сторожар прокачивать, не прокачивать на третий. Но чтобы сбрасывать его, ну можно было бы. Ну, босс относительно близко. Или на магазин деньги оставить? На магазин деньги. Опа, Пеглин подъехал, что я пропустил? Да, практически первый забег, можно сказать, у нас. Точно на первой элитке не слились 10 минут назад. Угу. Да. Молния, ищем настойку. Можно молнию искать настойку. До настойки еще дойти надо, подождите. Окей, один уровень на молнию, это разумно. Курс переподготовки. Каждый четвертый раз, когда доска обновляется, случайно дает круглицепсы или ловкость. Или часы. Чем дольше шар летит, тем больше урона наносит. Окей. С двумя эрками, наверное, курс имеет смысл. Да? Если мы возьмем батину на стойку, он будет не так уж хорош, но вообще с двумя эрками хорошо. А если мы еще эрка-шарик найдем, ух, вообще будет красота. Просто волшебно. Перчатки садовника снижают самоурон от шаров на 50%. Ну чё? Ну и чего? Ну снижает, ну пускай снижает. Нам-то чё, да? Вряд ли мы будем шары на самоурон набирать. Очень вряд ли. Эрка-шарик и матрёшка будет имба? Не будет. Потому что у нас будет 0 урона. Все наши шары будут бить на 0 урона. Матрешка, трэш, релик. Она вечно все руинит. Ты ее берешь и потом не дамажишь вообще. А на втором этаже это смертельно из-за того, что тебе нужно выносить врагов первые 2-3 хода. У тебя нет времени на разгон. Типа вот эта книжка, это для боссов. Для рыцарей она не пойдет. Рыцари с лучниками и магами снесут тебя быстрее. Полезный шарик. Слушай, ну мы в магазин точно идем, поэтому надо сейчас деньги сэкономить. 44 золота. Надо оставлять деньги. Чтоб нам хватило на удаление. Ага, мы не идем в магазин. Ну ладно. Хорошо.
Хорошо. Поехали. Ну, может, не надо нам в магазин, да? Что там в этом магазине? Ничего хорошего там нет. Не очень-то и хотелось. Акций нет. Продукты просроченные. Фигня полная. Так, лошарик тут можно по-хитрому пробросить в середину за бомбочками. От лошарика есть польза. На этой карте он хорошо работает. Молодец, лошарик. Так, 60 золота. О, молния сейчас все зачистит. Бабах. Еще одна деталька слизи. Шар сосулька и критомяч. Да тут 69 золота, найс. Я думаю, есть ли смысл нам теперь в магазин идти? За удалением только если. Сосуля для второго этажа? Возможно, стоит взять. Типа масс урон. Наверное, лучше, чем ничего, да? Надо брать, потому что не хватит масс урона. 44, ну ладно, пойдем в магазин. Просто из-за того, что в магазине есть удаление, а удаление решает. Я думаю, правильно говорите. Посмотрим, какой вопросик будет. А, это бой. Ну, отлично. Сейчас мы еще и накопим с вами, ребят, на этот... На релик в магазине. Вообще хорошо. Просто замечательно. Что мне не нравится, что шары у нас не улучшенные. Вот это мне вообще не нравится. Никаким образом. Шары улучшить надо бы. Особенно шапку и насторожар. Шапку для крота прям нужно улучшать. Деталь апгрейда. Уже три детали было бы сейчас. Было бы круто. А нету их. 70 золота. На релик и шарик не хватит. Хватит на удаление и шарик. Можно еще что-то улучшить. И потом на крота. Давай шапку улучшать, короче. Сейчас 5 золота мы подберем вот тут. Тут я уверен, что подберем, смотри. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и в огонь. Но зато собрали. Я говорил, что подберем 5 золота. Говорил. Я ж не говорил, что мы урона не получим. Не говорил, все честно. Какое возвышение? 15. Большое. Так, 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 так. Какой интересный. Какой интересный магазин. С рогом единорога. С тактическим угощением. С щитом обновления. Прямо заманчиво. Домик, кстати, тоже очень хороший. Или удаляем. Домик классный. На некоторых картах он набивает дофига. Прям очень хорош. Насчет леденца я тоже смотрю. Да, нам бы через эрки играть, потому что книжка с эрками. Домик спасает часто. Домик тоже поможет эрки выбивать, потому что увеличивает время в воздухе шара и... Все интересно. Камень удалить интересно. Давай домик. У нас две эрки.
Уж одну как-нибудь найдем. Сейчас Добби по углам сейчас был, это было бы смешно. Так, привет, крот. Окей, молния первым броском. Это идеально. О, она еще и кританула. Ты моя хорошая, 112 урона. Красавица. Так, лошарик, смотри. У тебя задача обновить стол. Выполнять. Ну, лошарик, что ты тут скажешь? Три камня подряд. То есть крит на сторожаром. В принципе, неплохо. И следующий камень у нас будет масс-урон. Масуроновский камень. Жаль, что камень, ну как есть. Нам сейчас нужно сделать рикошет и вот туда за эрками этот камень заслать. Отлично. 32, ну тоже пойдет. Сосулька, о, сосулька с критом. Ну это идеально. Это будет удар по всем. Давай сосуля. Что-то она у нас потеряла вес. Мы бьем. Мы бьем. Так, если я сейчас бросаю жижар, жижар идет в дерево. Нам такое не нужно. Давай бросать тогда шапку. Шапка не идет в дерево. Шапка с критом сделает дополнительный яд, поэтому вот сюда ее, я думаю. Ну, шапка такая. Да, у меня другие планы на сегодня. Пойду. Пойду туда. Нету шапка, давай как-то. Вот тебе крит. Критуй. Трави крота. Хотел сказать, трави кота. Кота не трави. Крота трави. И у нас сосуля есть. Ну что, я думаю, мы тут сейчас выигрываем, да? Кстати, печенька, леденец бы не помешал. Эрки все-таки умудрились спрятаться. Да не, сейчас мы это эрку выбьем. И все, крот готов. Победа, красиво. Красиво, хорошо, качественно. Все. На пути к победе. О, еще яд. Биологический угрожар. Применяет ядовитую слизь каждому седьмому штырю. Ядовитая слизь наносит в конце хода 10 урона врагу. Да у нас шаров, дело в том, что хватает. Сосульку прокачать, да. Сосульку прокачать это логично. Она станет 4-8. Прям хороший буст. Давай пока не будем ничего добавлять. Улучшим то, что есть. Ничего такого офигенного там массового тут нет. Лечиться тоже пока не буду. И батиной настойки нет. Есть приговор. Плюс 2, плюс 2 ко всем атакам, но на один сброс меньше. Сумка наша любимая. Два случайных шара и четыре улучшения. Все камни заапгрейдим сейчас. И проклятая маска. Плюс 2, плюс 4 ко всем атакам, когда на нас действует негативный эффект. И 4 трансферения мозга в начале боя. Не люблю я эту маску. Вообще бесит. Просто бесит. Сумку можно за умника и не искать других шаров. Но если сумка даст копию какого-нибудь шара, который у нас есть, он ослабит. Апгрейды нам нужны. Нам нужно жижар апгрейдить, насторожар, молнию, сосульку. Наверное, сумку берем, да? Вдруг повезет. Настя, привет. Давай сумку. Как повезет. Ого, красная команда срубила джекпот. Ничего себе. 379 тысяч? Вот это да. Так, что нам дала сумка? Еще одну молнию. Совмещар? И улучшила два камня. Так, все с этой сумкой понятно. Молнию она нам занерфила, значит. Придется теперь удалять эту вторую молнию первого уровня. Ладно. Какая хоть деталь у совмещара, я что-то не могу понять. 5-2, деталь урона.
Надо в магазин идти, да. Так, совмещар у нас без критов дамажит. Все ясно. Так, критуем. Вау, 10, 20. Что-то бой плохо идет как-то. Надо обновить стол. Что у нас шары тяжелые? Не чувствуете? Вроде шары потяжелели. Или мне кажется? У нас есть проблемы, да. Окей, этот камень будет с масс-уроном. Надо его хорошо запустить. 4-5 камень. Второго уровня, давай. О! Неплохо. Окей, шапка, 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 шапка. Давай хотя бы первого завали. Получаем. Наполучали. Наполучали. О, что делать-то? Ну, в стены запускать. Что-то мы этот замок купили, и я не вижу скачков. Вот нет такого, чтобы у нас шары прямо прыгали, бегали. Вот нет такого. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, обновляй. И жижар добивай. Не, прыгают. Может, зря я на них ругаюсь. 68 золота. 69. Найс. Золото есть. Самоповтор. Обновляет доску при использовании. Превращает каждый восьмой сдетый штырь в эрку. Не активирует эрки. Типа эрка-шарик, но не эрка-шарик. Мы пойдем направо в магазин. Кстати, наверное, элитку мы здесь скипнем. Ну, это типа РК-шар. Блин, у нас слишком большая колода, вам не кажется? Копим на магазин. А где мы его возьмем, такой шарик? У нас обновление стола очень сильное. С книгой работает, да. Наверное, надо брать. Ну, а остальное действительно надо копить на магазин. Нам желательно 80 золота. Бетси. Атаки плюс 1, плюс 0 за каждый крит на столе. Ну, фигня пока что. Ну, как бы без минусов, да. Плюс 1 урона для нас. Ассасины. Это нехорошо. Так, ассасинов я не люблю. Совсем. Сейчас на сторожар сыграем. Следующий шарик у нас будет по всем. Мы ни разу не сыграли хороший насторожар. Только он лошариков всяких играет. Так, шапка, шапка, шапка. Шапка нужно делать красивая. Ваншотай. Следующий пришел. Жижар, слушай, надо 97 урона как-нибудь. Давай через эрку, наверное, да? Конечно, говорит Жижар. 10 урона, жесть. А там еще один. Ну давай наш эрко-шарик тестить. Он на самом деле не эрко-шарик. Он такой. Типа эрко-шарик.
27 жизней. Ну опять у нас не отличилок никаких, чё. 70 золота, 80 не набрали. Надо лечиться. Ну мы снова попадаем в ловушку Джокера на в Пеглине. Мы... У нас нет достаточно урона, чтобы сносить врагов за 1-2 хода. Мы получаем урон. Мы тратим деньги на лечение. Мы не усиляемся. Мы начинаем получать больше урона. И так вот бесконечный луп. Порочный круг, да. Именно он и есть. Слушай, ну тогда надо как-то что-то решать. Что решать? Лечиться надо. Что ты будешь решать? 23 жизни, это сейчас можно отлететь на любом враге. На зеркалах каких-то. Или... И вот на этих ребятах. Вообще запросто. Сторожар самый Пусть. Последний. Синие бы, наверное, порадовались тому, что мало хп, но ты не сделал ставки. Я не сделал ставки? О, сейчас сделаем. Давай. Спасибо аноним за донат. Спасибо за поддержку. Так. Что мы этим камнем можем вообще хорошего сделать? Ничего, да? Нам нужно на следующий ход критануть. Постараться критануть сосулькой. Очень надеюсь на крит. Вот так близко и так далеко. Ты, как обычно, собираешь овер большую колоду, эх. Okay. Мы уже с вами пробовали. Маленькая колода на 15-м возвышении тоже не роляет. Без защитных реликов и от хила. Когда будет колода в 3 шарика, то тебе враги будут ходить по 3 хода бесплатно. И снесут тебя. Ну чё? Попадем? Надо попадать. Ну вот как-то так, я думаю, бросать. Надеяться, что он там срикошетит и подберет этот крит. И вообще в другую сторону. Ну что, это конец забега, я думаю, да? Ну все, доигрались. Я думаю, это смерть, ребят. Они нас сейчас порвут, там щиты. У нас масса урона очень далеко. Тут сейчас все в щит пойдет. Бесполезно. Вот молнию в эрку. Эрка добьет вот этого чувака. Тоже нам сильно не поможет. Да? В колоде шарики без масс урона есть. Вот проблема. Шарики без масс урона бесполезны. Они абсолютно не нужны. Они ничего не делают. Ну, либо без пробивания хотя бы. Ну, сейчас будет масса урона. Но уже поздно. Вот это наш шарик на масса урона. Давай, критани. Критуй. 96. Может, многие, кстати, подумали, что я преувеличивал, когда у нас еще половина жизни была, все хорошо.
типа преувеличивал, что вот, что ты тут говоришь? Враги еще даже полэкрана не прошли, у тебя половина жизни. Почему, почему конец забега? Непонятно. А вот почему? Потому что здесь надо всех побеждать за пару ходов. Не получится по-другому. Красная команда. Простите меня. Я пытался. Если бы сосулька кританула, был бы шанс. Да, но она не кританула. Она не кританула. Поэтому кукуруза имба. Конечно, потому что можно полечиться. Синяя команда сжигает монеты, празднует. Все монеты горят. Окей. Виталь все выиграл. Все выиграл. Джекпот. Сколько он монет поджег. Окей, давай еще раз. Так. Билд на бомбы. Блин, когда мы в последний раз билд на бомбы собирали? Ты не ставил, Виталь? Ого. Кредит, что ли? Будем честны, конец забега был тогда, когда вместо босс-релика на урон взяли босс-релик «Добавь мусора в колоду». Окей, это правда. Кек дело говорит. Спасибо за донат. Спасибо за 100 сердечко. Кек прав. Чё, мы взяли релик, который добавил, улучшил нам 2 камня. Ослабил нам молнию, потому что добавил молнию первого уровня. И чё он ещё добавил? Он ещё шарик добавил. Я даже не помню. Но ничего хорошего. Судя по тому, что я не помню, ничего хорошего. Ну реально, блин, релик «Добавь мусора в колоду». И именно так. Совмещар. А, совмещар. Бесполезный совмещар. Несобранный. Который тоже ничего не делал. Окей, а чё эти ребята тут не сдаются? Сдавайтесь! И ставки, поехали. Красная команда, сейчас выиграем. Давайте. Идем ва-банк. Мы никогда не проигрывали 3 раза подряд и не собираемся начинать сегодня. Так что погнали. Ноль урона, да? Смотри, как он прыгает. Что творит? Та-да-да. 34 золота за первый бой. Это хорошо. Деталь урона. Помните, я говорил, что совмещар бесполезный? Так вот. Собрать совмещар. Полностью собранный совмещар — это просто пушка. Он всех уничтожает. Кинжар не очень хорошо. Кинжар не катит. К тому же крот против крота, он бесполезен. Слушай, давай совмещар. Все, сейчас соберем. Я прям чувствую, что он сейчас соберется, ребят. Вот сейчас здесь попадется бесплатно. А, ну после боя. Сейчас будет деталь масс урона и все. И вообще, удалю все шары, оставлю только совмещар. И ничего кроме совмещара нам и не нужно, да? Привет, Варлок. Привет. Как жизнь? Ты бы снялся в фильмах для взрослых. Барбос, привет.
У меня дела отлично. Фильмы для взрослых? Это какие? Типа «Чужие»? Боевики? Хорроры, да? Ну, хорроры я не люблю. Ну, снялся бы, наверное, в хорроре в каком-нибудь. Жертву бы сыграл. Меня бы убили в первые 5 минут. Документалки? А ну, вообще, да, документалки — это действительно фильмы для взрослых. Ну, вот, да, реально, слушай, блин, я бы хотел в каким-нибудь ведущим в документалке. Про что я мог бы документалку снимать? Про... Блин, про что я много знаю? Не про что. Про себя? Я про себя-то ничего не знаю. Про рыбов? О, про рыб было бы круто. Было бы офигенно. Про диких пеглинов. Пеглин — это очень интересное существо. В момент опасности... Пеглин достает из кармана шары и метает их во врагов. Обратите внимание, как этого отбившегося от стада маленького пеглина окружили 4 рыцаря с щитами. К сожалению, этот пеглин не приспособился к выживанию в суровых условиях 2-го этажа, и у него нет шариков на массу урон. Поэтому маленький пеглин, загнанный в угол, пытается бросать свои камни, но, к сожалению, все камни попадают в щит. Не, я порну. Чё, барбос этот? Чё-то со связью. Это, донаты не проходят. Видимо, лагает. Видимо, лагает. Спасибо за донат. Да, то у нас что-то нестабильно это все в последнее время. Плохо работает интернет. Попробую еще отправить. Еще раз попробую донат отправить. Может быть, получится. Так, ну наш пеглин тут пока что этот, смотри. Мышей даже проходит. Молодец. Так, 40. 40 урона. Но вообще с мечаром таким улучшенным реально 40 урона нанести. Но не получается. Аэрка залезла, как ее выбивать вообще непонятно. Но мог бы мышь полчаса сейчас пилить. О! Шаробомба. Бомба типа массу урона. Меня забанили, да, в чате. Или этот твич лагает? Свездавер, спасибо за донат. А на твиче я что-то в последнее время вроде никого не банил. Сейчас посмотрим. Слэш-юзер. Донаты чинитесь, донаты чинитесь. Абракадабра, вунш-пунш, авада кедавра. Всем приятного стрима. Настоящий ремонтник, спасибо за донат. Нет. Окей. У тебя сообщение в чате в 17:43 было. Давай тащи, все баллы поставил. И все, других сообщений не вижу. Ты не забанен. Не знаю, чувак.
Видимо, у тебя выкинуло. Может, тебя вытянуло из этого. Выкинуло из аккаунта. Ну, берем шаробомбу, да? Что мы решили? Берем шаробомбу и будем взрывать. Давай. Билд на бомбы. Как старые добрые времена. Пошли вопросик, наверное. С матрешкой бомба идеально работает. Это правда. С матрешкой прям хорошо. И мы удаляем камень. Хорошо. Да, если тебя... Короче, Twitch, если тебя разлогинил, то тебя выкинет из чата. Не даст писать в чат. Надо там обновлять страницу, все дела. Варлок, привет. Будешь в Ретрополис играть от создателей Ретрополиса? Ретрополис. Да, мы вчера играли. В Ротопия. Ротопия он называется. Мы вчера играли в Ротопию. Глаз черепахи. В наградах за бой появляется больше шаров и реликвий на выбор. Так. Это прям задел пал билд на бомбы. Окей. Что нам нужно для билда на бомбы? Нам нужно... порох. Свеча. В принципе, этого хватит уже, чтобы создать что-то красивое. Так. Ага. Это все обычные релики. Шестеренка. Порох, свеча, шестеренка. Ага, 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 ага. Да, шаробомбу качать. Нам не нужны элитки. Ну, на элиток кукуруза есть, но нам не критичные элитки, скажем так. Топор это потом, это не срочно. Ну, значит, можно идти тогда вот сюда, сюда, сюда или сюда. Пошли вопросы. Сундуки пойдем тогда. Спасибо. Видимо, это моя проблема. С вас Дауэр, спасибо за донат. Да не твоя, твичевская проблема. Это твичевская проблема, да. Ты-то ничего не сделал плохого. Ну, если мы сейчас Шарабороса возьмем, мы опять сольемся. Вот 100%. Вот Шараборос, он играет, 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 а потом так раз и умирает. Даже на кроте он трэш. Но мы можем убрать все шары, взять Шараборос для того, чтобы очистить колоду. Типа удалить три камня. Ну и все остальное, на что мы деньги потратили. Окей, и где мы окажемся? Мы оказываемся здесь. Без шаров. С шароборосом первого уровня. И чего? Жертвуем реликами для того, чтобы пойти в бои, в магазины, насобирать шарики. А оно того стоит? Лучше один шар убрать просто. Все. Удалить вот камень один. И у нас, в принципе, остается один всего лишь лишний камень. А один можно оставить, и на него начнет работать обилка. Да, пойдем в бой. Какой ты скучный. Даже пошалить не даешь. Пошалим. Варбосс. Барбос превратился в варбосса. О, нет. Черт. Он мутировал. Вак. Спасибо, варбос, за донат. Че, не даю пошалить. Шалим. Я и сам любитель пошалить. Вообще. Мне только дай пошалить. Так. Такую вечеринку могу устроить. Ух. Как сяду, как посмотрю сегодня вечером. Вот жена приедет, у нас пятница. Жена сейчас с работы приедет. И мы как чаю заварим. Как документалку про Индию подрубим. Ух. Там такая крутая документалка. Первая серия была про...
Пакистан. То, что Пакистан раньше был индийский, частью Индии, теперь отделился. Это мусульманское государство. И про историю, короче, первых правителей индийских, которые были из нынешнего Афганистана, великие моголы, что они там культуру крутую сделали, все дела. Вчера мы смотрели про Тадж-Махал, а сегодня будет, а я не знаю, про что третья серия, заключительная, но, наверное, очень интересная. Так что я тоже, видишь, любитель пошалить. Окей, наша шаробомба. Слушай, шаробомба, давай, покажи им всем. Продемонстрируй свою мощь, безграничную мощь. Бабах, ты дыщ. Привет, Варлок, я живу в Бангладеше уже год. Прикольно. Реально круто. Как там у вас? Какая там интересная еда есть в Бангладеш? Так. Мы, кстати, с пауками вот встретились, и смотри, не так уж все и плохо. Призрак. Призрак хорошо. ХП как-то уменьшаются? Да, уменьшаются. Это правда. Чат на Ютубе сегодня мертвый. Чат, поднимайтесь. Вставайте. Восстаньте из праха. Идите побеждать. Окей. Чикен райс и шингара в Бангладеше. Прикольно. Скип призрака — это как ашар? У нас бомба есть, зачем призрак? Скип призрака? Реально. Скип призрака. Ну уж нет. Дайте мне призрака. К черту. Не надо мне тут скипов призрака. Чуть не поверил, блин. Призрак имбища, он офигенный. Не надо его скипать. Масс урона вообще много не бывает. У меня вопрос, зачем ты видео на Дзен выпускаешь? Там еле как 10 просмотров набирается. Ну я, кстати, уже где-то неделю туда не выпускаю видео. Я туда складывал, когда нам тут грозились YouTube закрыть. Я туда складывал, как типа резервный канал, на всякий случай. Вдруг закроют. Вроде уж не собираются. Может, не складывать. Да, на Дзене что-то алгоритмы вообще какие-то странные. Я не понял, как с ними работать. Изумруда Кристи. Каждый первый задетый шаром штырь улучшается на плюс 10. Ох. Изумруда кайф. Пошли сюда. Супер ботинки. При выборе пути после боя лечитесь один здоровье за каждый сдетый штырь, не получайте урона при падении в огонь. Имбища. Классно. Прям вот реально то, что нужно. А вот и лечилка появилась. Помните ботинки? Шарантеристу ботинки выиграли забег. Вот без шуток. А мы, наверное, не будем три камня брать. Окей, у нас нет жизней. Все наши эти танцы с бомбами. Не, мы реально собрали хорошую колоду. Нам сейчас надо это лечиться теперь. Привет, Варлок. Я впервые на стриме. Представляешь, у меня командировка в Москву до вечера субботы. И
пятницу вечером. Заболела. Просто грусть и пусть. И мертвый гусь. Никаких тебе, Олег, тусовок. Привет, леди Настя из Воронежа. Спасибо большое за донат. Добро пожаловать на стрим. Видимо, там болезнь уже такое нормально так началась, потому что человек уже забывает все, чат. Следите за леди Настя. Да, очень рада тут оказаться. Она пришла-то минут 40 назад, но уже забыла. И вообще забыла, что раньше когда-то приходила. Вы этот... Там как-то следите за ней, короче. Скорую, может, надо будет сейчас вызывать. Скорее всего, тебе выздоровление. Это отстой. Заболеть в пятницу вечером — это хуже всего. Может, ты до утра еще выздоровешь? Кстати, у нас 10 жизней. А мы полечимся и... Чё? 22 жизни на крота. Что мне утром делать? Я хочу кутить. Ну... Давай, как мы, документалку про Индию и... Вот. Вот и все кутение. Хилимся? Я уже похилился. Что нам остается? Собрать одну монетку? А, подожди, у нас же ботинок. Опа-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 па, ботинок. Окей, сейчас будет шикарный бросок ботинка, чат. Смотри. Неплохое начало. Сейчас будет шикарный бросок ботинка. Неплохой, на самом деле. 4 жизни. 4 жизни — это 4 жизни. Ну что мы тут? Деталь. 35 рублей стоит. Ну, удаляем камень последний. Зато поудаляли много всего. Ну вот мы, смотрите, вот после прошлого забега нам сказали: ты руина, собирай маленькую колоду. Дамы и господа, вашему вниманию представляю: колода маленькая. Мы прошли первый этаж, поудаляли все лишнее, мы 3 камня удалили, да. При этом смогли как-то добавить хороших шариков каких-то, ну ладно, нормальных шариков. Вот. Ну вот. Давай, призрак, вот тебе крит, действуй. Покажи им. Слушай, а призрак-то нормально так активизировался сразу, такой бабах. Так, на следующий ход придет крот. В него надо бросать будет жижар. Смотри, сколько бомбочек. Под жижар надо постараться обновить стол здесь. По-моему, не получится. Ну-ну-ну-ну-ну. Ай. 100 урона в дерево. Ну ладно, ничего. Сейчас мы жижар вот сюда запустим. Он там бомбочки навзрывает, и будет вообще классно. Урона нанесет. Ух, жижар красавец. Вот жижар работает как часы. Может, даже лучше, чем часы. А, и что? Ну, у нас эрка вот здесь, которую надо как-то выбивать. Как? Мне кажется, вот на самом деле здесь будет проще всего выбить. Вот типа сюда. И вот эрку. Эрку! Следующим броском. Следующим броском эрка будет. Крот сейчас придет или нет?
Если я пропущу и брошу лошарик, по-моему, крот придет и даст нам порогам. Мы мертвы? Нет, у нас две жизни, он на 7 бьет. Вроде бы. Приходит и убивает? По-моему, нет. По-моему, он на 7 бьет. То есть будет 14 урона. А, ну да, он приходит, потом перезарядка, окей, ну да. И еще два хода на перезарядке. Цветы добьют. Это они только первый ход сделали, они еще 6 наносили сверху. Ну не катит такая тактика. Ну вот не катит, вот вообще никак. Типа, да, мы удаляем шарики, да, это прикольно. Но по факту мы без щита делаем себя слабее. Потому что мы даем больше ходов дополнительных врагам. Что не катит? Удалять шары в начале забега. Мы не на кроте сейчас потеряем. Мы кучу урона получили на других боях. Просто надо выцеливать эрку слабыми шарами сразу. В чем здесь эрка? С камнями победил? С камнями у нас было бы больше жизней. У нас было бы не 25, а там 60. Да. Как? Мы бы меньше урона получили в предыдущих боях. Что враги получали бы меньше дополнительных ходов за пропуск. Большинство боев проходится бомбочками. За круглумника не хочется играть камнями от слова совсем. По-моему, их надо удалять на втором этаже. Типа их удалять, если попадается, но ставить это целью не стоит. На один шар меньше, чем стартовая колода. Мы пришли с 26 хп, снесли половину. Много хп на пауках потерял. Поэтому и потерял на пауках. Много хп. Потому что пауки гады. У них по 8 ног. 8 ног это на 4 больше, чем должно быть. У них по 6, подожди. Не, у пауков по 8. Не, бомбы точно не надо брать. Не, ну, а и давайте честно, еще шаробомбу не надо брать, пока нет реликов на бомбы. Много потерял, потому что долго убивал, не потому что обновлял руку. А долго убивал, потому что шариков не было нормальных. Идти по боям, улучшать шарики и добавлять их в колоду выгоднее, чем удалять камни. Если бы мы шли не по вопросам и удаляли камни, а шли по боям и добавляли шары, и улучшали шары, мы бы в итоге этот бой с пауками прошли бы намного лучше. Намного лучше. Ну вот. И мы бы пришли на босса там 50-60 хп и, наверное, выиграли бы. Ну, все, что, по вопросикам, получается, вообще не надо ходить. Потому что даже если выпадают самые лучшие вопросы удаления, они все равно не так выгодны, как провести бой, получить деньги, улучшиться, добавить шарик. Да, первый этаж бои, как раньше.
Ну, я думал, может, что-то изменилось. Да, раньше мы такое правило делали. Типа, первый этаж всегда бои. А уже второй этаж вопросики и все остальное. Слушайте, пойдемте играть все в этот, в кольцо. Потому что что-то Пеглин сегодня не пускает. Не дает нам свободы.